одном месте заливают фундамент, в другом уже возводится второй этаж. В коттеджном поселке Жемчужина в Цибанабалке работы идут полным ходом. Здесь компания «Стройгарант Анапа» планирует возвести более 200 домов. Все они будут выполнены в едином архитектурном стиле. Площадь коттеджа составит от 65 до 195 квадратных метров. К индивидуальным участкам будут подключены электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и газ. Удобные планировки домов придутся по вкусу любому покупателю. Гаражи, навесы, большие террасы, как открытые, так и застекленные. Кстати, приобретать дома, которые еще находятся на этапе строительства, очень удобно. Во-первых, их цена ниже рыночной. Во-вторых, покупатель может подобрать отделку на свой вкус. Кроме этого, на всех этапах возведения коттеджа можно следить за качеством выполняемых работ. Территория поселка будет полностью асфальтирована, оснащена системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Отмечу, что в самой Цибанабалке сегодня имеется все необходимое для постоянного проживания. В шаговой доступности школа, детский сад, дом культуры, поликлиника, администрация. Имеется в поселке станция скорой помощи, отделение банка, почта, различные магазины, в том числе и сетевые. Рядом располагается аэропорт и ЖД-вокзал, а также пролегает федеральная трасса А-290 Новороссийск-Керчь. Сегодня Цибанабалка является административным центром Приморского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа, куда входят несколько окрестных хуторов и поселков. До Черного моря отсюда всего 4 километра, а до Анапы 8. Добраться можно на личном транспорте и на автобусе, которые курсируют здесь с завидным постоянством и вне зависимости от сезона. Если вы хотите сменить свою квартиру на дом, переехать от городской суеты в тихое и уютное место, то ваш комфорт в наших руках. Специалисты компании «Стройгарант Анапа» не только ответят на все интересующие вас вопросы, но и подберут максимально удобный проект коттеджа с учетом всех пожеланий. Успейте купить свою жемчужину!